Священномученик Михаил родился в селе Сухая Нива Демянского уезда Новгородской губернии в семье диакона. В 1888 году Михаил окончил Новгородскую духовную семинарию и спустя год был рукоположен во священника к новопостроенной церкви в селе Кипино Демянского уезда. В нескольких храмах Новгородской губернии довелось послужить батюшке. И как деятельный священник, отец Михаил имел множество послушаний. Был он заведующим и законоучителем во многих церковно-приходских школах, являлся 10 лет благочинным первого округа Демянского уезда и, помимо прочего, занимал несколько общественных должностей. Когда же начались безбожные гонения на церковь, активный и авторитетный священник не раз подвергался обвинениям со стороны советской власти и всяческим притеснениям. В 1933 году, арестованный вторично новгородским ОГПУ, отец Михаил в сердцах заявил следователям, что он враждебно настроен по отношению к советской власти, ибо никакого житья от них нет духовенству. «Советская власть есть власть Антихриста, посланная Богом за наши тяжкие грехи, и никогда он не смирится с ней». Тогда батюшка был лишен права проживать в двух столицах, их областях и пограничной полосе. Вынужден был поселиться 68-летний священник один, без семьи, в городе Углич Ярославской области, где стал служить в храме Вознесения Христова до новой волны кровавых гонений на церковь, сметающей все на своем пути. В 1937 году протоиерей Михаил Борисов был осужден на 10 лет заключения. Скончался батюшка в Ярославской исправительно-трудовой колонии 4 июня 1942 года и был погребен в безвестной могиле. Четвертое июня. День памяти священномученика Михаила Борисова, пресвитера.